В прошлом году во время отопительного сезона в администрацию Химок поступали жалобы от жителей. Причина – отсутствие контроля тепла, поступающего в квартиры, что влекло за собой неоправданно большие суммы в платежных квитанциях. Сегодня эта проблема решена. В Химках стартует проект по запуску общедомовых приборов учета на горячую, холодную воду и теплоснабжение. Заказчиком проекта стал Химкинский водоканал. Мы готовили его достаточно долго и тщательно, потому что у нас большой жилой фонд. И правила 261 ФЗ регламентируют установку приборов учета только в тех домах, которые имеют потребление больше 0,2 гигакалорий. Поэтому пришлось сделать некую выборку по фонду, посмотреть по техническим возможностям. На первом этапе проекта к приборам учета будут подключены 358 домов. Их введут в эксплуатацию до конца 2016 года. Новые счетчики позволят упорядочить и оптимизировать систему сбора показаний, что значительно сократит плату за коммунальные услуги.